Близится сентябрь, а вместе с ним и дополнительные выборы депутата Государственного собрания Курултай Республики Башкортостан 5-го созыва по Кумертаускому избирательному округу номер 15. Сегодня в Большом зале администрации прошла встреча председателя Государственного собрания Курултай Республики Башкортостан Константина Толкачева и председателя Центральной комиссии Республики Башкортостан Хайдара Валеева с активом городского округа город Кумертау. Открыл встречу глава администрации города Кумертау Борис Беляев. Он рассказал о социально-экономическом развитии города за последние годы, а также разработки бренда города. Мы ведем работу по разработке бренда города Кумертау. Город должен быть узнаваем, ведь именно имидж города является одним из необходимых условий притока инвестиций. Улучшение имиджа – это настоятельная потребность российских городов. Мы уже провели переговоры с питерской компанией «Аэро» по разработке бренда и формированию имиджа Кумертау. И сейчас у нас обсуждаются условия контракта, чтобы мы его с ним заключили. Со своим словом выступил председатель Государственного собрания Курултая Республики Константин Толкачев. Он поделился впечатлениями о саммитах ШОС и БРИКС. Рассказал о том, что республика и город Кумертау способны организовывать и проводить большие мероприятия республиканского и мирового значения. А также напомнил, что 13 сентября состоятся выборы, и сегодня власти республики, в том числе и законодательной, должны стоять грамотные и профессиональные люди, умеющие принимать решения. Хотел бы выразить надежду, что выборы, которые состоятся в Кумертау, дополнительные выборы, выборы депутата Государственного собрания пройдут в спокойной обстановке, конструктивной, без грязных технологий. Для нас самое важное, чтобы все это было чисто, прозрачно и законно. Ваш город всегда на хорошем счету при проведении всей избирательной кампании. И мы уверены, что эти выборы не будут исключением. И достойный человек обязательно будет вами избран и будет представлять ваши интересы в парламенте нашей республики, Государственном собрании Курултая. Каждая избирательная кампания имеет свои особенности. Чем отличается кампания текущего года от других, нам рассказал председатель избирательной комиссии Республики Башкортостан Хайдар Валеев. Вы знаете, как всегда, муниципальных уровней выборы проходят у нас активно, в связи с тем, что каждый избиратель знает кандидата, кого будет избирать депутатом. Это его сосед, его друг, его руководитель или кто-то. Поэтому от кандидата тоже очень многое зависит для того, чтобы организовать хорошую явку наших избирателей. Если они своими программами дойдут до каждого избирателя, значит, избиратели придут и будет хорошая явка. В завершении гости ответили на интересующие вопросы присутствующих. Александр Наумов, Владимир Кузьмин, новости.